дорогие телезрители, на адрес нашей студии продолжают поступать интересные вопросы. На один из них я хотел бы сегодня ответить. Существует действительно две традиции совершения крестного знамени. Восточная православная традиция и западная традиция. Более древней и более, так сказать, правильной считается та, которая принадлежит Восточной православной церкви. Западная традиция совершения крестного знамени восходит приблизительно к XII веку. Но я хотел бы несколько расширить вопрос и просто попытаться поразмышлять вместе с вами о том, для чего вообще нужны внешние телесные знаки богопочтения. Существует достаточно распространенное мнение, что человек должен общаться с Богом посредством только внутренней силы, посредством сердца, души. И от очень многих людей приходится слышать приблизительно следующее: «Я не хожу в церковь, но у меня Бог в душе». Тем самым они исключают всякую возможность или необходимость для себя посещения храмового богослужения, дисциплинарных требований церкви, таких как пост, воздержание, совершение других телесных знаков богопочтения. Они считают, что достаточно иметь Бога в душе и все. Но сама постановка вопроса говорит о полном непонимании сущности самого человека. Библия открывает нам, что человеком в подлинном смысле этого слова именуется весь человеческий состав – это душа, тело и дух. Как замечательно заметил один из философов, тело без души – это труп, а душа без тела – это призрак. Человек воспринимается целостно, и когда мы пытаемся разделить душу от тела, то мы тем самым производим противоестественное сечение. Как наша душа нуждается в Боге, так и наше тело с вами нуждается в богопочтении. Господь призвал к спасению и наследованию Царства Небесного человека, человека в этом подлинном единстве. Господь воскрес в своей плоти. Господь воскресил человеческую плоть. Господь вознес человеческую плоть, человеческое естество и посадил его одесную Отца, как говорит нам Евангелие. Спасение совершается всего человека Богом. И поэтому, когда мы с вами говорим о каком-либо отдельно выделенном составе человека, то мы тем самым погрешаем, не понимая той глубинной сущности, о которой говорит Библия, повествуя о сотворении человека и о спасении его Богом. Наше с вами тело нуждается в богопочтении. И поэтому христианская православная церковь предлагает это воспитание человеческого тела вместе с душой. Поэтому в православном богослужении присутствует огромное множество возможностей совершения телесного богопочтения. То есть приведение к Богу не только нашей бессмертной души, но и тела, которое тоже призвано к бессмертию и обновлению. Среди всего прочего, самым распространенным знаком богопочтения является крестное знамение. К сожалению, немногие христиане, даже православные, совершают его осознанно.